Друзья, всем добрый день. Вы на канале Дед Федор из Германии. Как вы поняли, мы сегодня опять на огороде. Пришел кошкам дать покушать, но кошек нету, их уже покормили. Опять листва валяется. И много еще долго будет валяться. Проблема у меня с этой крышей. Она протекает. Сейчас мы посмотрим, что там наверху натворится. Все покрыто листьями. С орешника падают вот такие сухие ветки. И протыкает вот этот рубероид. И вода затекает. А таких сухих веток полно. Вон лежит ветка. Они так легко отваливаются, падают, когда ветер дует. Сейчас подмету и посмотрю, что здесь творится. Вот так выглядит крыша. Все потрескалось. Наверное, вот этот крайний надо будет снять и перестелить. И вот здесь такая дыра.
гнилые доски убрал. Теперь надо что-то перекрыть его, рубероидом заселить. По идее, всю крышу перекрывать надо, но материала нету. Опускай. Положили вот эти доски. Еще осталось эту подрезать сюда. По ширине. И вон ту тоже еще уложить, прикрутить. Потом можно будет рубероид клеить. Купил я два рулона вот этого рубероида. По 10 квадратных метров каждый. Не знаю, хватит, нет. Если нет, придется еще купить. И я вот такой вот битумный клей, такой кальт-клей, холодный клей купил. Буду смазывать и клеить на этот клей. Нихрена. Это вот за пару дней, что ли? Чего? Полнящика вот. Ну, когда дождик был. Это там внутри набрало. Да? Офигеть, не мороз. Его надо будет заново просто покрасить, все, чтобы это не гнило, так, знаешь? Крыши дома. Да, тут одни деревья. Да посмотри. Ремонта вообще нету. Руя, не матерись. А? Стрёжи меня. Помазать.
Себе чуть подтяни. А? Она выглядывает назад. Ну, загибать надо? А, загибать. Вон крыша, видишь, вон? А ты говоришь, вот эти щели, они же скидываются. Да, но если туда упадет что-то, попадет, там же воздух, она пройдет сразу. Да, она везде, если попадет, вот так проткнет везде. Как он называется? Поселили две полосы. С каждой рулона осталось еще, но она не хватит на всю полосу. Пойдем сейчас еще купим один рулон. Потом уже будем доканчивать. И ведро тоже. Купили еще один рулон и взял еще ведро вот этой мастики мазать. Она немножко другая. Ну, я раньше на ней тоже мазал. Потом можно сделать.
Наступи, пап, на этот. Я клеем там намазок стану. Не хочу так шум зачем намазать. Как ты будешь делать так? Ну что, на сегодня у нас хватит. Крышу перекрыли вот так.
Заселили рубероидом, замазали. Надеюсь, будет держать. Не будет протекать. А мы на сегодня заканчиваем эту работу. Я с вами буду прощаться. Кто смотрел до конца, большое спасибо. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь. Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья, мира, удачи. До свидания. Пока-пока.